Привет всем! Выехал на дневную рыбалку. Ну, лет 15 уже днем не ловил. Сейчас время около 2 часов, около 14. Качаю лодку. Вот. Лиман кошмарный, цветет, если видно. На воде 4 лодки. Причем люди ловят недалеко от берега. Попытаюсь что-то тоже половить. Мои соседи уехали за косу, но отсюда не видно косу. Там вот коса есть. Туда за косу. Якобы там хорошо клюет. Но в вечернее время. Они уехали с утра. Не очень довольны. Ну, а мы здесь половим традиционно. Посмотрим, что из этого получится. Пока качаю лодку. Thank you.
Итак, подведем итог сегодняшней рыбалки дневной. Сейчас время 18 часов 4 минуты. Забыл лов показать. Вот он лов. Разные мелкие и покрупнее. Ну, в общем, такой вот. Вот есть хорошие такие вот экземплярчики. Так что вот такие вот есть. Ну, есть совсем мелюзга. Так что, ну вот 36 штук. Это результат сегодняшней рыбалки. Я рыбалку закончил. Пришвартовался к берегу. Все, ну ловить можно до 17 часов. Ну так, час по 10 бычков. Это, конечно, не рыбалка. Но после 5 часов клёва вообще не стало, после 17. Поэтому на вечернюю рыбалку сюда приезжать. Во-первых, темнеет рано, солнце заходит потом. Но днем еще можно так половить, если так на ушицу, на жаркое собрать себе на ужин. То, в принципе, можно. А так основная рыбалка это утром. Поэтому надо утром ловить. Ну вот и все. Пока. Закругляюсь. До следующей рыбалки буду информировать, что у нас в районе Марьяновки, если я на эту рыбалку выйду. Все, всем пока, всем привет. Вышел на воду. Сегодня 9 число, 9 сентября. За косой. Вчера товарищи ездили. Позавчера ездили. Я был на кордоне в очередной раз на дневной с 2 часов. Ну, 36 штук поймал. Ролик не делал, потому что камера звук не записала. Только то, что на телефон записала, все. Ну, посмотрим, может, смонтирую совмещу. Ну, были здесь с утра 7-го. Взяли по 10-11 килограмм бычка. Горят, и кефаль прыгает из воды, но на кефаль червя нет, поэтому с кефалью пока подождем. Вот вышел сегодня на бычка, но как обычно у меня день начинается или утро начинается с приключений. Сориентировали меня не на ту дорогу, я поехал прямо, заехал в тупик и выехать не могу, и спуститься не могу, там шлагбаум такой, блин, на обрыв, а подняться машина не тянет, глохнет. Потому что там камни сплошные, размыто все. Ну, в общем, час простоял там, выбрался. Вот сейчас, потеряв час, вышел на воду. Сейчас у меня 7:30, 7:30. Начинаю ловить. Поставлю наружную камеру, так сказать, на голову. Если получится, будем снимать. А пока бросаю якорь. Начался клев. Ну, клев так себе. Я ждал большего. Лучше времена на кордоне. Ну, то есть начал ловить. Будем так говорить. На кальмара не клюет даже. Даже вот не хочет. Висит кальмар и никак. На бычка 2 раза клюнул. Первого взял в 7:40. Второго взял 7:42. Вот сейчас еще одного тут рачка посвежее. Не знаю тут как. Ну, клев такой паршивенький.
Туман спустился. Вот. С утра было, я выезжал. Вот. Выезжал, как я уже сказал в предисловии, заехал не туда. Товарищи меня неправильно сориентировали. Спрашивал со стороны Широкого заезжать. Не-не-не-не-не, прямо на косу. Ну, блин, заехал прямо на косу. Потом выехать не мог, целый час мучился. Оказалось, я был прав, со стороны Широкого надо было заезжать. Ну вот, что же, нет рачка, что ли? Да нет, рачок есть, но покоцанный, конечно, блин. Такой, уже немножко подуставший. Голову уже отгрызли. Вот. Ну, клев так себе. Может быть, надо поплавать, место поискать. Но пока вот здесь что-то тут клюет. Сейчас поменяем еще кальмара. Со второго крючка уберу. В общем, у меня рыбалка без приключений не обходится. Как я уже сказал, 7 числа был на кордоне, на дневной, с 2 часов выехал. Начал ловить. Ну, так, не рыбалка, честно, откровенно. Это что-то ударило. Может, сбило рачка. Не рыбалка. 36 штук. Да еще микрофон на шлеме полетел. Запись есть только видео, без звука. Нету тут. Да. Надо ставить на 2. Но кальмара не хочет. Подавай ему рычка. Сейчас. Ну что, взял 3-го. Неплохого. На рычка. Поменял стоянку. Вот. Так, причем плавно зажевывал его рачка. О, уже, блин, нижний. Надо раньше подсекать. Ребята, на кальмара не хочет. Что-то у него утреннее сегодняшнем меню в этом ресторане кальмар не котируется. Значит, будем аккуратно ловить. На первый удар подсекаем. Да что такое? Блин, он его грызет. Вот же. Не, ну вы видели такую скотину, а? Он его просто жует, но не клюет. Три. Ну вот, вернулся поближе к берегу. Заброс. И сразу. Так что нехрена плавать где-то. Говорят, старожилы возле берега. Значит, возле берега. Вот так, давай. Таким вот образом. Ты, блин, черти где. Плаваю. Там вообще никаких намеков на присутствие рыбы. Так, пойду я под берег. Ну что, поменял
лодку еще ближе к берегу подплыл. Ну, посмотрим, что будет. Не знаю. Вот сосед слева хвастается, что очень крупных поймал. Аж огромных. Считаю, в 9 часов, да? В 9 часов 5-го. Ужас. Ужас, ужас. Решил возобновить съемку. Не знаю, может сейчас клюв пропадет. У меня на данный момент на 10-19. 21 штучка, ну где-то с 15-10, наверное, начался клев у меня, поменял точку. Ну не знаю, сейчас пока камеру одевал, включал и ушла рыбалка. Ну вот, если видно, 21 крючок на 10-20. Кажется, я прозевал всех бычков уже. Ладно. Ах ты, зараза, поспешил я. Теперь я не поспешил. Вот он, 22-й. Прошу любить, жалиться. Не знаю, попадает в кадр. Нет, я не вижу. Сделал проброс моментально. Склевалочка. Опа-на. Есть 23-й, но за хвост. Нет, не за хвост, а на кальмара. Ну, отлично. Видишь, рычага не стал убрать. Почему? Что там, 23 или 22? На 23-й. Вот это 23-й. Тихо. Будем считать, что это 23-й. Что он так? Точно. И 24-й. Ох,
красавец! Ой, красавец! Тихо, 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 тихо. 24-й. Так, блин, позбивал. Мне все здесь. Все. Запутался сам, что ли? Хило как-то ты. Тихо, 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 тихо. Угу. Хорошо. Понижу. Черт! Я думал, тут кефаль залазил. Тихо, тихо, тихо. Тихо ты. Фу, блин. Ах, вот он, 29-й. Скорый. 29-й, скорый ты. Тихо, тихо, тихо. Ты мне тут мозги пудрил. Серьезно. Какой такой юбилейный 30-й. Такой мелкий. Не могли выделить. Товарищ Апол. Солиднее. Наконец-то! Как ты меня обрадовал, ну хороший. Хороший ты, парниша такой. Приятный. Было тащить тяжеловато. Надо было бы выкушивать. Сачка нет, подсака нет. То есть... Ух ты! Как блещется. Так, ладно. У меня уже от этой херовины голова болит. Как идет кефаль. Лиман буквально бурлит от кефали. Вот она вот так вот ходит стайками. Небольшими косячками. Вот.
Вот, вот, смотрите, что, что творится. Что творится здесь? Кефали. Вот она, вот она. Вот она как играет. Какая тут рыбалка. Какой тут бычок. Тут все внимание на кефали. Было бы только чем ловить. А ловить нечем. Ловить нечем. Весь лиман буквально кипит. Итак, сейчас время 13 часов 14 минут на моих. Я закончил рыбалку, прекратил ее, так сказать. Прекратил, поднялась волна. Если видно, ветер южный, а мне надо как раз против ветра пробираться сейчас в своей машине. Да и время такое. Ну, результат рыбалки я вам сейчас покажу. Вот результат нашей сегодняшней рыбалки. Первый раз я на этом месте ловил. Вот за все это время у нас здесь 51 бычина. Бычок неплохой, в основном крупный, если вы видите. Значит, поэтому буду уже знать. Долго бродил по лиману, сами вы видели, что у меня практически до пол десятого ничего в ведре не было. А вот это вот уже все появилось позже. Ловить можно. Ну и даже те люди, которые были позавчера здесь, говорят, что сегодня клев был слабенький, плоховатенький. Ну, и я тоже так думаю, что слабенький. Поэтому приедем на следующей неделе. Ну все, на этом я закругляюсь, заканчиваю нашу сегодняшнюю рыбалку и репортаж с рыбалки. Видеоролик я постараюсь сделать: рыбалка 3, рыбалка 4, то есть рыбалка за 7 число и рыбалка за 9 число. Все, всем привет, до новых встреч.